И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Clan Exiles. И сегодня мы пойдем улучшать все алтари. Вспомнил, как называется. Но перед тем, как мы пойдем... Так. Где ты? О, во, видали? Вот они три одинаковых, а это другой. О, крупный саблезубый тигр. Еще два раза загонял. До смешного смешно. Я туда положил спальник прям рядом. Че, я сразу так не думал? Ну блин, там было почти час ночи, я уже тупил. Че сразу так не думал, это понятное дело. В общем, положил там спальничек, сбросил все шмотки и туда телепортировался смертью. Все. Два раза сгонял и хоп, у меня есть крупный саблезубый тигр. Давай сравним чувака нашего. Хорошего, мощного, сильного. Во-первых, он мощнее. Опять-таки же, почему я рассказываю. Мы сейчас пойдем фармить. И там нашего бойца и подкачаем немножечко. Во-первых, здоровечко. Здесь у 14 левела столько хп, сколько там у первого. Хотя здесь уже живучесть раскачанная по 16. А здесь у первого левела столько. Ну и как бы вот, сила уже десятка вкачана. О, так ты у меня еще и раскачанный на силу. Вот это хорошо. Кстати, а что тут у тебя? О, у тебя сила прокнула, это хорошо. Это ты хорошенький попался. То есть здесь вот 1500, а здесь 400. Вот как бы вся разница. Самое первое, которое бросается в глаза. Да, прок и так далее, это, конечно, тяжело словить. Но что, как говорится, есть, то есть. Так, тебе нужно что положить? Тебе... Бляха-муха, а я забыл, что ему нужно положить. А что я тебе ложил? Слушай, я вообще тебе хавку ложил. Ой-ой-ой. Слушай, я не помню. Точно, посмотрел, вспомнил. И сразу же понял, откуда у меня костный бульон лежал в инвентаре. Ой, дурдом, конечно, полный. Ладно, что касаемо... Так, где у меня костный бульончик? Отлично. Вот это... Ух ты, нифига себе, ты тут... Кое-как даже влазишь. В общем, что касаемо... Так, давай отходим. Красава. Ритуалов. Хотя, слушай, погоди. Охранять. Давай пока здесь стой. Что касаемо... Точнее, алтарей. Тут в целом ничего такого сверхъестественного. Берем оружку, закидываем, ну, то есть убиваем, точнее расчленяем трупы, как бы это ни звучало, то есть разделываем с помощью предмета. Получаем какой-то свой, как это, ну, предмет. По сути, да, предмет. Тавтология получилась, но что поделаешь. И с помощью него создаем хоть что. В целом можно хоть что создавать. Хоть вот это. Хоть вот это. Разницы никакой нету. Суть в том, что главное накопить 30 духовной силы. Ну и если я не ошибаюсь, потом переделанные алтари нельзя переместить. То есть их нужно ставить там, где они у тебя будут стоять. Это что самое главное. Раньше, по крайней мере, было так. Что да как будет, мы уже к этому вернемся. Нужно кирпичи, тесное дерево и железная рама. Давай сразу же посмотрим ресурсы. То есть, прошлые разы туда-сюда бегая, я налутал, так как у меня митры у меня был. Поэтому с этим как бы проблем не было. То есть я это все дело налутал. Кирпич, тесное дерево. И какая-то врага. Так. Вон ты, религия. Ну да, кто бы еще помнил. Ну да, логично же, это железная рама. Благо, все ресурсы есть. Они требованы для постройки вот этих всех структур. То есть... С этим проблем нету. Ну и, естественно, духовная... как там? Духовная сила. Создаем. По окончанию создавания мы увидим
как изменится наш алтарь. Так, почти все закончилось. Прошло пару минут. И оп! У нас преобразовался новый святилище Митры. Образовался. Старые ресурсы остались. Мы можем снести использователя отмена. То есть, как я уже сказал, переносить мы не можем. То есть, ставим сразу же там, где есть. Вроде бы в размерах он сильно по квадратуре не увеличился. Опять-таки же, вроде бы. Раб как был, так и остался. Ресурсы как были, так и остались. Но теперь я могу создавать предметы. Рубаха Митрийца. Ну, то есть, шмотки Митрийца. Статуя Митры освежающего. С которого бьет источник чистой воды. Ну, это, как я понял, просто тупо колодец. Красивый. Что тоже неплохо. Ну и теперь нужно уже духовной силы 75. Также. А, здесь уже закаленный кирпич, тесное дерево. Благо у меня полно. И стальная рама. Тоже как бы все есть. Но не факт, что на все алтари. Это основная такая проблема. Тоже сейчас надо будет посмотреть, что как где, если что, поставить на крафт. Вот как-то так уже улучшается алтарь. Ну, этот алтарь, конечно же, намного красивее, чем тот. Там просто была вытеснена скульптура, точнее фигура. А здесь уже скульптура стоит, что намного красивее. Как говорится, время даст, получится сегодня все алтари улучшим. Так, что у нас здесь? Стрелы. Здесь у нас из льда делается осколок льда. Стрелы из осколков льда. Вот нужно ли мне что-то делать дополнительно или нет? Давай посмотрим. А, что я туплю. У меня есть лед. Много льда. Давай сделаем. Вообще-то я хотел взять 100. Берем лед. Если, конечно, здесь получится, что вот эти очки будут фармиться просто за то, что я создаю стрелы, это, конечно, будет смешно. Но давай посмотрим, что из этого выйдет. Потому что... А, нифига, это не такой лед. То есть это лед, который я этим топором буду добывать. То есть вот оно что. Ну как бы могли бы, не знаю, замерзшая вода. Но... Могли бы, не знаю, какой-нибудь лед души назвать, или бы еще что-нибудь. Ладно, этот лед оставляем. Сейчас возьмем ресурсы. И создам все инструменты, которые нужны на всех алтарях. И посмотрим. Кстати, да, забыл сюда танцовщицу поставить. И вот так вот выглядит. Здесь. То есть вот стоит. И все как бы хорошо. И вот так у нас получается. То есть вот. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. То есть как бы... Вот они все предметы, которые нам нужны. В целом ничего сложного нету. Самый лучший вариант фарма это, конечно же, так следовать, какие-нибудь деревни, там, где много людей, и, соответственно, все это дело будет быстро. Кстати, какого фига вы все сдвинулись, кто бы знал. Но все почему-то сдвинулись и мешаются, естественно. Но, возможно, кто-то что-то подбежал, что-то знает. Так, давай посмотрим урон сразу же. Просто. Вспомните, что делал тот первого левела. И что... 369! Да он просто с кулака... Как... С лапы, в смысле. 369... Тот стоп... Это... Еще нулевой... Это еще нулевой уровень? Это еще нулевой уровень.
Простите, реакцию я... это... Блин, я даже забыл, зачем вообще сюда приходил. Офигеть. Так, здесь уже легко и просто. Берем трупешники, разбираем трупешники, и, то есть, как бы, ничего сложного нету. О, религиозным инструментом как раз прикольным. То есть, и собираем, соответственно, с них нужный религиозный нам предмет. То есть, здесь чистая плоть, здесь будет душа, здесь, по ходу дела, лед, я не знаю, сейчас мы проверим. Так, во-первых, твою мать, просто это что-то с чем-то. ...371. Просто на нафиг. Осколок льда! А, это мы из осколков льда... Вот я тупой. Это мы из осколков льда должны были получить лед. Да. Не, ну тупой, ну что поделаешь? Ну бывает же ж. Окей. Блин. Не, ну урона, конечно... Вот. Я просто не думал, что настолько будет сильная разница. Просто прям вот настолько. Офигеть. Трупы животных нет смысла разбирать, потому что нужно разбирать именно вот их. Отлично. Еще немножечко осколков. Так, и где у нас поселение ближайшее? Ближайшее поселение у нас через воду надо проплыть. И вот где-то там вот оно, вот это вот где-то вот там, вот там, вот там. А в целом, зачем мне ближайшее? Точно. А давай-ка мы сгоняем не сюда. Хотя вот здесь тоже так нормально поселение. Вот здесь вообще прям огонь. Но сгоняем туда, куда я смогу, если что, телепортироваться. Это мы либо в провал... О, точно! Тупик безмолвия. Клоака! Это же прям сразу же деревня рядом. Да, опыта не очень. Ну, а что поделаешь? Опыта очень, это будет уже в районе Асгарда. Ну, блин, мне сейчас пока что охота... побольше подлутаться именно религиозным религиозными предметами. Ух ты, нифига себе. Не, ну киса, конечно, крупный, отличается. Ну, я не знаю, это как сравнивать автомат и игрушечный автомат. То есть вот эта крупная киса, это... Это... Я, конечно, в шоке от того, что когда... О, боец! Громила-людоед! На нафиг! О, почти шотнул. Добивай. Красава. Так, эти у меня не настроены. То есть, просто нападает на всех и вся. То есть, с этим вообще проблем у меня не будет. Ресурсы я с них не лутаю. Пошли все нафиг. Это мне пока что ни к чему. Приказ атаки. Я пока испытание выполним. Которое мне ни к чему, так как у меня все закрыто. Отлично. Вырежем пару человеческих сердец. Отлично. Ой. Вот сам говорю эту фигню и думаю, ну какой же бред несу. Ну, в том плане, что хорошо, если это YouTube не это не распознает речь и не заблокирует видеоканал и так далее. Или там вообще Роспотребнадзор ко мне не придет. То есть прям без шуток. Просто говорю прямым текстом, расчлени труп и все в таком. Это отвратительно. Вот честно. Давай, мочи его! Очищенная ядом кровь. Так, кису. Давай-ка ты поешь. О! Вот там. Ну давай туда хотя бы подойди. А?
Они сами согрятся. Ай, ты бежишь уже ко мне. Но красава. О! Так, переместиться не надо, а вот в атака надо. В атака! Ух ты! Я еще оружку себе взял, думаю. Ну, если в чё, короче. Да уж. Давай-ка вот это. До свидания. В целом, конечно, прикольно. Мне это однозначно нравится. Всякая гадость. Атаки! Просто нафиг. В хлам. Красава. Самое главное, сделал такую затупку для них, чтобы они стояли и тупили. Это твоя ошибка была. Так. Что у тебя по характеристикам стало? 16.6.3. У тебя, собственно, как и написано, скорость качается по максимуму. Вот эти плюсы это от хавки. Ой, нет. Ой-ё. Понадобывал. Ну и 4-й левел. С 10-го левела открывается ачивка. Это еще не скоро. Но, допустим, здесь можно так неплохо пофармить. Вот это точно скидываем. Пофармить всякую гадость. Вот прям вот так вот. И скидываешь. Главное лишнего не скинуть. Хоп. Отлично. И вот такой большой сумочка рук-ног. Какая гадость. Так, ну, я думаю, лучше делать по очереди. В смысле, развивать алтари по очереди. И, допустим, митру, понятное дело, я изучил. Сейчас я скину в них вот след души. Кстати, давай попробуем создать. Да, если я создал вот это, я тоже есть... А, тут нифига себе, 5. А сколько мне, интересно, дадут этих? Ну, неважно. Так, давай сделаем вот это вот. В отношении Митры. И здесь вроде бы просто духовную силу дадут. Но пофигу. Давай сделаем так. То есть, если сейчас будет больше, чем 16, то это норм тема. Скинем все ресурсы, которые я надобывал. Дебил. Лед закидывал. Ой-ё, красота. А вот теперь я могу создать лед из осколков льда. Ну, это удобно для тех, кто в пустыне. Типа, пошел, утонул, хоп, и сделал лед для холодоса. Норм тема, но типа камон. Вот здесь уже надо создавать. А, слушай. А если я создам лед, мне дадут вот эту вот духовную силу. Потому что здесь мне нужно будет ветки, перо, мне стрелы эти нафиг не нужны. Да и урон, я думаю, не сильно того уж большой будет. А вот это. Ну-ка. Хоп! Да! Классно. Ну и лед, соответственно, появился. Все, соответственно, да, делаем лед и пускай он будет. У тебя я вроде бы ничего не добывал, потому что ты под руки не попался. А, нет, кровушка. О, у тебя я больше всех, тебе последняя кровушка попалась. Сфера Езуда. Интересненько. Ну, везде требует одинаковое количество ресурсов, кроме йога. У йога требует место железный храм. Требует кости на улучшение. Что как бы логично. И здесь уже можно, допустим, вот очищенный плоть. Это хавка. Делается. Ну, то есть, как у Митры делается хавка, так и у йога делается хавка. Очищенная плоть. Ну, то есть, ну, опять-таки же, это чистая человеческая плоть, очищенная кровь. Ну, короче, просто пожарили ее. Вот. Ничего более. Так, у меня остается сердца, ну, это и я, получается, дыркета только еще не добывал ничего. Хотя вот там бы мне бы нужно было бы добыть, было бы очень даже нужно. Кстати, какой-нибудь эффект дает? Здоровье, еда, запас сил и касание богов.
Здесь... А, урон силового оружия. А здесь запас сил прибавляет. Ну, прикольно. Тоже неплохо. Вот от Даркета я ничего не добыл. Хотя вот надо было... Я хотел вот это вот проверить. Насекомое, это понятное дело, но все равно я хотел проверить. Кстати, здесь всегда требуют какую-нибудь дополнительную фигню сверху. Но и это что-то типа полезное. Это типа мед создаешь, по ходу дела, здесь хавку. И последнее. Ну, а здесь уже создавался. А он еще, кстати, дополнительное кровотечение накидывает. Немножечко замедлим их. Хотя зачем замедлять, когда можно просто замочить? Добей. Красава. Так. Что будем делать? Ну, давай по очереди. С йога начнем. Ой, там что-то было, бутылики дополнительные. Слиток золота. Стальной бросок. Фантомная мазь. Куда мне ее? Ну, тут уже с экспой, конечно, полегче. Фантомная мазь опять. Закаленные стали. Ну, зачем я это беру? Ну, чтобы это... Чтобы потом не меньше создавать. Пэм. Ну, любо же, когда можно это... На халяву получить что-нибудь. Ну, а здесь уже все по классике. В целом, конечно, идея неплохая. Качаться там, где фармишь. Но это настолько уныло. Качаться, когда ты просто бежишь всех подряд, месишь, ничего не лутая. Намного интереснее. Прям пишут, мне было очень уныло вот это вот и все. И опять-таки же и фармить было уныло, и качаться, тем более. Но в любом случае, прожимаем сделать и ждем, пока все это сделается. Здесь у нас должно получиться 30. Отлично. И с этим уже проблем не должно быть. Почему было фармить уныло? Потому что они были не ваншотные. Когда они ваншотные, это намного интереснее, намного легче и намного быстрее. Так, здесь у нас должно получиться 16. Да, 16 есть, то есть что вот это создать, разницы никакой нету. Хотя могли бы вот за это хотя бы сделать, не знаю, больше. Что, по факту ты ничего не делаешь? Ну, хотя тебе амброзия нафиг не нужна, ты просто вкидываешь как бы подношение и все. Что, в чем есть, конечно же, смысл немножечко. Да, самый лучший фарм, я думаю, это будет вот здесь. Здесь дофига людишек и так далее, но такое себе. Самый легкий фарм все-таки будут вот всякие вот эти вот места, где дрящевые. Что у меня здесь? Что у меня здесь? Это здесь я... Что-то искал кого-то. Господи, хоть бы подписывал бы. Здесь, понятное дело, вот не черепа, а это генерал. А что это за скелет я поставил сюда? Кто бы помнил. Я помню, что вот здесь-то пещера с гориллой. Это вот я единственное помню. Так, ну, сгоняем тогда вот сюда. Потом вот здесь-то, ну, хотя там... Ну да, как вариант, здесь очень много людей. Есть смысл туда сходить. Или все-таки вот здесь-то побегать туда-сюда, около места призыва. Ну, там недалеко. Так что можно будет... Хотя надо туда спрыгнуть. Можно будет все по очереди и сгонять. А пока я бегаю, мне там немножечко создастся предметов. Нужно, в общем, по 30 штук каждого залутать. Циферку 3 уже залутал, циферку 4 залутал. Остается 5. Ну, кстати, не везде 30. У меня же уже много нафармлено. Так, алтарь йога.
идет на изготовление. Дыркетта у меня... Вот, эликсир свободы создались. Но для этого, чтобы еще дополнительно что-то делать, мне нужны вот лианы и хотя бы вот эти хавки делать. Надо, конечно, посмотреть, что тут и тут, но хотя бы хавки. То есть здесь вот как-то, точнее там, как здесь, нету, типа, дашь на дашь, предмет не используется. Жаль. Так, давай, смотрите, что у нас, как преобразится алтарь. Буквально считанные секунды остались. Хоп. И уже улучшился алтарь. Да, теперь уже просто так не пройти. Вот он стоит здесь, на дерево. И вот я могу уже создавать, соответственно, улучшенный алтарь, копьем. И, естественно, шмотки. Так, кости остаются здесь. Ресурсы я забираю. Ну, хотя хавку тоже. Так, что у нас там с Эмиром? С Дыркетта, понятное дело, но с Эмиром делается потихоньку. Здесь, кстати, железные рамы не нужны. Ну, здесь как бы алтарь полностью состоящий из камня. Но мне нужны будут кирпичи. Кстати, мне нужно будет много кирпичей еще создать. Ну, и 24. Честного дерева, кстати, вот тоже немного нужно. Вот, остается только духовную силу сделать. Вот, то есть, когда делается, сразу же алтарь пойдет на улучшение. Мне нужно лианы, чтобы переделывать, и яд. Я бы хотел посмотреть, во что там переделается. Во-первых, вроде бы вот это вот там 5 штук нужно, и вот это вот там 5 штук нужно. И лианы. А лианы-то у меня вообще есть, или я их все переделал? Просто есть шанс, что я их мог в что-то переделать, а именно в траву. Камень надо закинуть в переработку на кирпичи. Вот что самое главное, я забыл сделать. Так, зажигай. Зажигай. И зажигай. Отлично. Пускай работает. Ну, кстати, как вариант. Да, здесь все-таки это долго делается. О, кстати, у меня здесь кирпичики есть. Это хорошо. Что-то я их сразу-то и не заметил. О, отлично. Может и хватит. Может быть, но это не точно. Так, а лианы я хотел глянуть вот здесь. Ну да, я их переделал. Бечевка, да, из травы можно обратно переделать в лианы. Что очень даже удобно, когда тебе нужно что-то сделать из них. Как, допустим, сейчас. Обычно лианы нафиг не нужны. Ну, обычно. А вот сейчас они бы пригодились. Так, стоп. А, это лианы из бечевки делается. Так, то есть мы делаем вот так вот, и из бечевки делаем уже сами лианы. Так что, не, подожди. А, не, нифига, вот это я туплю. То есть из лианы я могу сделать это, из лианы сразу же бечевку. А саму эту я не могу делать. Вот это вот гадость. То есть я все лианы переделал. Вот это, конечно, да, вот это я, конечно, могу. Ну да, здесь ничего и нету. Здесь логично тоже ничего. Погнали, закинем в алтарь Дыркетта ингредиенты и посмотрим, что это даст. Вот это и вот это. Сделать один такой, сделать один такой. Алтарь Эмира когда-нибудь переделается. Так, эликсир свободы. Запас сил, расходник, эликсир. То есть он дает просто запас сил увеличенный, что, ну, довольно-таки неплохо. То есть, как бы,
На некоторых этапах это очень даже хорошая штука. Да, ну вот он просто создает обычный мед, не больше, не меньше. Вот, но мне, понятное дело, лучше всего вот это. Ее создать легче. Хотя можно и эликсир свободы делать. Почему бы нет? Просто я думаю, мне всяких таракашек собрать легче будет, чем... На нафиг. Чем сгонять с лианами. Таракашек слутать-то... Ой, не так рано. Ой, да ладно, ты не хочешь. Давай вот это. Вот, и как бы... Все это намного быстрее, чем что-либо. Чем пытаться бежать куда-то за лианами. А, прикольно, целое вообще ничего не лутается. Так она еще и не с каждого куста лутается. А, прикол. Да, Джо, конечно, я изнахратил, не кисло. 325. Ну, пойдет. Вот, 360. Нормально. Я думаю, пока что хватит. Угу. Уже создается алтарь и миром. Загоняем сейчас за Даркетом. Положим. Точнее, поставим на изготовление предметы, и уже можно будет возвращаться к алтарю, который практически будет готов. Так, где у нас насекомые? Насекомые. Вот, отлично. То есть мне насекомых хватает, что самое главное. Это быстрее реально, чем лианы делать. Прям намного быстрее. Отлично. Осталось чуть-чуть. Надо будет в настройках потом локалки покопаться и увеличить скорость крафта. А то прям что-то это начинает бесить. Слишком долго ждать приходится. Да уж. Ну и... Ну? Он же еще не... А, подожди, так он улучшился. Ёб твою ж за ногу. На нее смотрю, думаю, что-то по ходу дела улучшился. Вот это я тупить. Голени миром, защитой миром. То есть, вот они, шмотки пошли. Также могу создавать новый лед и улучшенный алтарь. Так, можно сразу же кирпичи сюда положить. Вот так. И что там тесного дерева? 240 тесного дерева. Вот как-то так. А, это закаленные кирпичи уже нужны. Вот и дебилоид. Отлично. Остается еще сет. Это нужно будет сердца формануть. И Азара. Зата. Че я вечную Зарой называю? Кто бы знал. Так, улучшить до зала Даркетто. Это мы можем. А дальше, что у меня по предметам, какие я убивал. Это у меня очищенная ядом кровь. Это у нас от Зата. У нас здесь. Здесь уже и так было много. Будет еще. Кстати, что эта сфера дает? Оружие метательное. Интересно. Вот как она будет, как взрывчатка или как что? Ух ты, нифига себе! Подожди, это мой паукан получается, да?
Да, это мой паукан из нефрита. Офигеть! Ну, он, наверное, временный. Ну, блин, это не кислое оружие, я бы так сказал. Все-таки, как ни крути, они будут урон вносить. Интересно, надо проверить. Я думал, типа какая-нибудь бомбочка, алхимическая взрывчатка. Ага, конечно, бомбочка. Нефритовый паучок. Так. И что у нас здесь? Да, это все еще долго. Паукан, ты там бегаешь еще? Ну, надеюсь, бегает. А может, уже исчез. Кстати, как далеко могу кинуть? Да не так-то уж и далеко. Чпок такой. Интересно, оттуда он добежит? Ладно, пускай бегают. Потом проверим. Мед, медок. Отлично. Что у меня еще остается? Мне еще остается собрать сердца для сета и уже еще апнуть и алтарь сета. А Даркетта остается чуть-чуть. Прям самую малость. Интересно, как он преобразится, этот алтарь. Ну, давай, чуть-чуть осталось. Во! Можно так сказать, немножечко почти то же самое в плане планировки, но уже общая статуя улучшилась. И мы теперь можем создать сеты шмоток. Преобразование компост. О, интересно. Ха, прикольно. Ну, типа из 5 лиан один этот такой себе. А это улучшенный компост. Это довольно-таки не кисло. То есть, ну, он вроде бы создается все-таки посложнее, чем вот так вот. И подольше. Вот он. Или это просто компост. Кто ж его знает. Так, а мне остается сердца добыть. Чтобы вот это улучшить. Здесь уже два есть. Остается дело за малым. Так, интересненько. Подальше закидываем. Да не сильно уж далеко я кинулась. Чпоньк. И побежал. И уперся в дерево. Ага. И они сокрылись на него. Чпоньк. А нет, атакует. Да, не кисло так атакует. Ну, прикольно. Ну-ка, догони. Ой, да ладно. Води. Оп, и все, развалился. Ага, прикольно. Не, это как минимум интересная штука. Типа, закидываешь, и он давай это... типа бегать, отвлекать и так далее. То есть, когда у тебя какая-то крупная чистка, это довольно-таки неплохо. Ладно, наводим сердечки. Алтарь сета у нас сейчас почти превратится. Оп, красота. Также, собственно, на шмотки сета нужно будет обязательно жаровню сделать. Лучше жаровню в стиле сигильского. Сигильским стилем.
Ну, это, по идее, типа, как костер должен быть. Это же две змейки на большой змейке. Уже прикольно. Нам на закраине вылазит, все хорошо. Вот, и остается только Зата. Последний алтарь, который мне нужно улучшить. Но там у меня все уперлось в скорость создавания. Что-то на как-то очень долго все это создается. Хотя вроде бы в настройках я уже пытался тут создать, поменять создание предметов. Но что-то, короче, как-то пошло не так. Ну-ка. Так, вот это давай вернем вот сюда. А это вот так. То есть и как бы не сильно-то и сдвигается. Такая вот проблема. То есть я не знаю, почему оно так долго, но оно очень долго. Нужно своим создание предметов, но это все не то. А если поставить 0,1? Не, это как бы минимально. Давай поставим здесь вот так же. Вообще ни о чем. Остается только ждать. И, кстати, да, когда заходишь в этот режим, сразу же у них пишут у всех предметов айдишники. Видите, название и айдишник справа. Типа, чтобы его легче было себе доставать. Кстати, вот эту можно назад. Не, они вроде бы ни к чему. Но скорость вообще не какашечная, я бы так сказал. Не, вообще никак не меняется. Ну ты посмотри, просто отвратительная скорость. Так, мне нужны кирпичи. А, 350, 600 и 250. Забыл сюда ресурсы скинуть. Кстати, а вот же есть это. Типа не сферы создавать, а просто предложение. Это, наверное, как у Митры. Так, ну мне это не надо. Мне нужно... Ну-ка посмотрим, может она быстрее будет создаваться. Ну потому что эти сферы это просто создаются адово долго. Прям беспредельно долго, я бы даже так сказал. О, нормас пошло. Пошло нормасно. Так, только надо перезайти. Но слишком читерно. И бесит меня эти циферки сбоку. Вот. Вроде теперь даже скорость работает. Оп. И уже вот так вот достало. Улучшить. А, это алтарь улучшения. Это шмотки. Это статуя Зата. Это все у нас шмотки. О, кстати, шелк. Сумка Зата. Вытяжка. Сумка Зата. Интересно. А откуда она получается? Непонятно. Но в любом случае так уже выглядит получше, нежели до этого. Что касаемо моего кису. Кису довольно-таки получился жесткий. 37, 9 и 7. Урон офигенный. Падальщик это плюс дополнительный к здоровью. Что тоже довольно-таки неплохо. Кстати, да, получается, я все алтари уже улучшил. До второго тира. До последнего тира то же самое. Прямо то же самое. Точно такой же фарм, просто больше. И добавляешь немножко другие ресы. Это уже, думаю, в другой серии покажу. Уже непосредственно готовые. Что у нас по урону? Посмотрим, как у нас киса. Ну-ка. Бам! 461. 592 и 599. Ну, вы как бы поняли.
Да может, дай боже. Ну, раз уж по пути. Как говорится, раз уж на то пошло, то почему бы и не залутать немножечко ресурсов. Лишнее выкинуть. Такие вот народ пироги. Алтари, конечно, все улучшились, это здорово. Это уже, скажем так, малый шаг к тому, что будет потом. А потом будут намного лучше алтари, чем сейчас. О, Ейсо. Мощный, сильный, агрессивный. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.